Всем привет, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля, и сегодня я сниму 15 фактов о моей собаке Лёле. И потом еще сниму также 15 фактов о Мише и о моей шиншилле Шустерке. И давайте уже начнем. Первый факт, который, думаю, многие знают, Лёля умеет улыбаться. Лёля, ты мне сейчас улыбнешься? Как Лёля улыбается? Ну, Зизю, она вообще еще с самого детства умела улыбаться. Лёля, как Лёля улыбается? Как Лёля улыбается? Ну, тихо, живущий. Ну, она почти хочет улыбнуться, но что-то не улыбается. Так. Давайте перейдем к следующему факту. Следующий факт, то что Лёля рожала у нас 2 раза. Дальше. Все щенки у Лёли, то есть всего их было 7. В первый раз она родила 3 штучки, 3 щеночка, а во второй раз 4. У меня даже есть видео последнее об этом. Вот. И все они улыбаются. То есть все щенки, которые родились, они все улыбаются. И Лёля, и все, короче, все умеют улыбаться. Вот так вот у нас получилось. Следующий факт. То, что, ну, Лёля родилась где-то в марте. Точно, мы тогда вот не знаем, вот серьезно, пишите, что хотите в комментариях. Ну, вот мне было тогда 6 лет, родители не помнят, а я не знала. И мы решили, что у неё будет 1 апреля день рождения. Ну, всем нравится, как раз. Все хорошо. У Лёли день рождения где-то в марте, но мы решили в апреле день рождения. Вот. Переходим дальше. Следующий факт. Лёля знает больше 16 команд. У меня об этом есть видео. Она еще знает новые. Я потом еще сниму видео, ну, про все команды и еще плюс, которые мы новые выучили. Особенно знает команду гулять. Вот видите? Лёль, пошли гулять. Пойдем гулять. Во. Видите, мои хорошие. Вот приучилась вот так вот и все. Теперь пойдем гулять. Пойдем гулять. Гулять. Пойдем гулять. Да. Ну, и завтра сходим погуляем. Хорошо, тоже темно на улице. Темнота. И факт, то, что Лёля у меня огромная Соня. Она постоянно спит. Постоянно. Она такая ленивая. И она постоянно спит. Дизюн. Вот что ты постоянно спишь, а? Дизюночка, ты моя хорошенькая. Стой, стой, стой. Куда ты идешь? Ну, девочка, давай. Сидеть. Молодец. Дизюн. Хорошенькая. Давай, сиди. Суслик. Молодец. Вот. Дальше. И факт, что Лёля у меня сейчас ест сухой корм. Как бы это не особо факт. Она ест сухой корм. Раньше она ела натуральную еду, потом она ела опять сухой корм, потом опять натуральную еду, а сейчас опять сухой корм. Вот так вот вообще. Дальше. Факт то, что она вообще не дружит с другими собаками. Вообще. Ни с какими. Она раньше дружила со своим щенком Лёвой, которому уже 2 года, я про него рассказывала. Дружила раньше, они игрались, а сейчас она рычит. Вообще ни с кем не дружит, ни с Мишей, ни с другими маленькими собачками, ни с кем. Вообще не подпускает, рычит и все. Вот так вот. Следующий факт, Лёля, ну, купаться она как бы и любит, и не любит. То есть тут средний, нельзя сказать, что она не любит, она то есть ведет себя спокойно, не убегает, ничего. Но не сказать, что она любит, как бы она ведет себя, ну, стоит в ванной, сидит, ну, ничего, спокойно себя ведет. Девчоночки, ну, хорошие, ну, хорошие. Следующий факт, то, что мы Лёлю называем, ну, Лёля. Лёлечка и Зюзюн. Ну, Зюзюн, это папа придумал. У нас такая вот Зюзюночек, Зюзюнка. Чем хорошая девочка. Вот так вот мы ее называем Зюзюна, Зюзюна. Зюзюн, да, Пинка, Бим-бим-бим. Это моя девочка. Обожает гулять, просто обожает. Ну вот, вот прям вообще гулять она так любит. Вот постоянно она прыгает за поводком, с ума сходит, за ошейником, за шлейкой. Просто у нее крыша едет, вот вообще с ума сходит. Короче, вообще происходит такое, кошмар. Вот поводок я достала со шлейкой, вот такая вот реакция. Только сейчас какая-то она более такая слабенькая, так она вообще с ума сходит, прыгает аж до потолка. Лёля, что? Давай, пойдем гулять. Пойдем. Лёля вообще не, у меня не любит чистить зубы. То есть, ну, как бы, так сказать, она средняя, так же, как и с ванной. То есть, я ей чищу, но бывает, она там ей не нравится. Вот, как бы, она и не рычит, и, ну, и дает себя там зубы почистить, и она дает пасть себе открывать, посмотреть. Вот, так, следующий факт, то есть, Лёля у меня очень добрая собака. Бывает, конечно, когда я достану, чуть-чуть там бывает у нас такие рыки, гавки. Ну, мы с ней поиграемся, как бы, ну, я играюсь, а может, она нет. Ну, бывают у нас такие перемены. Мы все, мы дружим, мы вообще дружим, да? Это я не знаю, наворолось у меня 15 фактов или нет, но я, по крайней мере, пыталась, я надеюсь, вам это видео понравилось, если так, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока-пока-пока-пока-пока.